Так, ну что, мы двигаемся. О, молодец, бабуля, пошли. Ты теперь у меня посильнее стала. А этот пес молодец, Лен, загрыз троих. Откройте ворота! Сейчас мы тачку нашу возьмем. Управляем на базе. Ну что, поехали? Поехали! Конечно, поедем. А ехать нам далеко, бабы. Ехать нам далеко. Едем, едем. Давай поговорим вот с этой тетенькой. Что она нам еще расскажет? Садов уже давно не существует, но мы смогли привести в порядок огромную ферму. А теперь ее захватили рейдеры. Строят там мастерскую. Надеюсь, ты сможешь их выгнать. О! Ага. Понял. Но это далеко от нас, и мы попозже поедем туда, сгоняем. Пойдем. Нет, не пробили мы их, ты видишь? Меня мисс Дейзи, слышишь? Девушка. Бабуля, бабуля, я не зову тебя мисс Дейзи. Бабуля, идем в погоню. Ты давай вон на мушку бери там товарища. Молодец, бабуля. Хватит тут прятаться! Я пошла! Вижу тебя, детка! Попали! А ну стой спокойно! Правильно, чего добру пропадать? Ну и я о том же. Я думал, я в ящик сыграю. Иди, дядька, иди. А нам пора ехать. Поедем, поедем. Ехали. Поехали. Видал, молодец, бабуля. Стрелять стало помощнее, покрепче.
очнул вовремя, Эдди. И у нас жизни побольше стало. Точно. Тут не очень. Меняю позицию. Иду в атаку! Прикройте! Вижу плохишей. Собака сейчас нападет! Надеюсь, знакомых ты обирать не будешь? Не. Я ведьма, меня нельзя убить. Слушай, а тут где-то попал, был спрятался, хрен. Освежителя воздуха там нет? А-а. Вдыхай силу, выдыхай дерьмо. Точно, точно, вдыхаем силу. Садись, бабуль. Не смей звать меня мисс Дейзи, слышишь? Ну, тут блокпост организовали какой-то. Да ну что вы, бабуля, чуть не сказал, мисс Дейзи. Да, бабуля, двигаемся, молодец, хорошо стреляет. У меня никогда не было прав. Ловила попутки, никаких проблем. Да точно. Ладно, пойдем. Могила инквизитора, нифига себе. В такие дни я рада, что еще могу видеть. Ну, попробуем зайти сюда.
То есть тут что-то нету, никакого ни выхода, ни захода. Видно, по сюжету игры мы будем сюда зачем-то приходить. А, видишь, вон у ней уже теперь два, не одна, а две у них. Люд, я доживу до нормального лета и погрею свою голую задницу на солнце. Точно, точно, точно. Ну, видно, это по сюжету туда надо будет заходить, а сейчас пока... Прохода тут нет. Ну ладно, пойдем. И там в люке нет прохода. Думаю, в округе у меня есть семья. И чего они не звонят? Точно, точно, бабуль. И что они не звонят? Пойдем, пойдем. И что они не звонят? Ну, замечательно все прорисовано. Вылезают из своих нор только ночью, значит, они целый день спят, как подростки. Не то слово. Понятно мне. Там прохода нет. Раньше я водила на охоту богатеньких туристов. Они бы здесь и секунды не протянули. Высокая радиация. Ты понял? Не понял я. Высокая радиация. Да, это сделали мы. Странно. Неплохо, вот что значит молодые глаза. Неплохо.
Блин, и где-то Селена. Селена, ты где? Мох растет с северной стороны дерева. Знаешь эту байку? Ага. А если поднатужиться, можно высрать алмаз. Молодец, бабай. И где эта Селена? Мы были возле бункера, но бункер не открывается. Сложно сказать. Вот это мы съездили. Раньше я не сражалась с сектантами. Но я слишком стара, чтобы сожалеть об этом. Да, это... О, это точно. Странно. Слушай, но это самое. Ну да, вот мы приехали. Но тут нет никого и ничего. Мотоцикл. Это вместо нашей тачки. Но там нету прохода. Звери забыли, что люди опасны, и совсем обнаглели. Зелье нашли, глянь. Все важно. Физика, психология. Подруга, привет. У тебя ноги прыгучие? Сильные? Боже, дружочек, у меня тут случай эпического провала. В прямом смысле этого слова. Я эти выращиваю, травы. Ну, ты понимаешь. Не спрашивай, какие. Те самые, да, те самые. Я притащила сюда свой полевой комплект и... Он упал. Свалился, блин, прямо в эту странную дыру. А там типа результат всей моей работы за год. Что за набор? Ну, за последние полгода он спас меня от 8 недостаточностей и 4 инфекций. Я, конечно, могу вырастить все заново, но если по чесноку... Ну, реально, дружочек, это аптечка, я без нее сдохну. До следующего урожая точно не дотяну. Да что там, до следующего месяца. Сейчас люди мрут от любой заразы. Достанем аптечку, и мы протянем еще какое-то время, чтоб с чистой душой сдохнуть в бою, а не от того, что наступил на гвоздь. Ладно, девочка, увидимся. Угу. Встречаю цветы, от которых адски штырит. Здоровые такие, белые. Пахнут счастьем. Угу. А,
Ого. Это мы куда завернули, залезли. Вот это да. Атмосферненький погребок. В зоне поиска. Два этих. Ну, давай вот с этого начнем. То есть надо запоминать. Так, теперь проблема в том, что вода не поднимается. Нужно больше воды, чтобы затопило там все. Осмотрись. Потом надо будет маршрут запомнить. Ну, я так и понял, сейчас придется легкие прокачивать. Два раза придется запоминать места. Вот тебе и...
Так, выбегать нам нужно будет. Ага. И вон туда прямо. То есть надо будет выбегать. А хватит нам легких. А хватит нам легких. Вопрос. Сейчас подумаем. Там уже на пределе. Можно убегать. Ладно, еще пробуем вкачать. А-а.
чего ты применила. Сделай это еще раз. Вентили покрути или рычаги, подергай. Короче, увеличь давление. Новых раз, два, три. Обращаться к клапану, чтобы наполнить, не забывайте открыть трубы, которые отводят воду. Иначе вы затопите шахту и нам конец. Мы уже знакомы, у нас был. Открыть трубы, которые отводят воду. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закрыть. Закрыть. Открыть. Ну-ка еще раз, где эта бумажка? Где буматень-то? Боже, где же я ее видел-то? А, выплывать, наверное, вот через мутун хрень придется. Не забывайте открыть трубы, которые отводят воду. Еще раз. То есть надо закрыть те, которые отводят воду. Так, мы их, вот эти две, мы их закрыли.
Тут же они нарисованы. Откройте все вентили на вход. А на выход закрыть. Закрываем. Нет. Закрываем выходной. Закрыт выходной. Ага, вот эти, вот это тоже на вход. Но он открыт. Вот этот на вход. Он открыт. Вот эти вот три открыт. Открыт. И вот это, ну, это на вход. Блин, из меня 5 очков выбили.
Да. Больным, но однажды наверху показался Иосиф. Что он подсказывал Сбулус? Я знал. В глубине души я знал, что отец жив. И никогда не верил в него так сильно, как сейчас. Он говорит, что мы оставим прежний мир в прошлом. И это прекрасно, потому что я больше не хочу видеть это проклятое место. Пусть утонет в водяном аду. Я поднимаюсь наверх в новый Эдем. О, да ёбну, блядь! Да лоб, ебу мать! А чё она перепрыгнула-то? Я что-то не понял, блин. Я что-то не понял, чё она перепрыгнула-то вместо... Блин, какая-то херня. Да ёпара, что ты, и опять вся херь начинается, блин. Ну чё там, не, мы не плывём-то. Ну теперь началось, блин. Сейчас будем подыхать, давай на ровном месте. Ну давай, греби. Прыгать не надо, туда, куда не надо, блин. Может, это прозвучит глупо, но где вода, там и крокодилы. Просто вспомнилось, ясно? Вспомнилось.
теплится, блин. Ну и... Вот говно! Еще больше воды! Шевели жопкой, дружочек! Бегом, бегом, бегом! Как только доберусь до оригинала. Господи, адок какой! Чуть не продолбала ее. Ах ты моя симпапушечка, она снова с нами. О-хо-хо. Как же это облегчит мне жизнь. Теперь, когда расчесываешь укусы, можно не бояться занести инфекцию и помереть от сепсиса. Ну, спасибо, респект тебе. Я вообще собиралась помогать людям, все такое, а не корешки в грязи дергать. Можно я пойду с тобой? Устрою лабораторию у тебя в саду или где угодно. Прокачаю твою иммунную систему. Будешь чувствовать себя зашибись. Конституция, вот это вот, все. Я, короче, там сейчас обустроюсь, да? Ну все, я пошла. Обживусь там. Еще раз спасибо, дружочек. Всегда рада прогулке на свежем воздухе. Бабуля! Нам этанол нужнее. Бабуля отстала там. Хорошо, что дохнет всегда кто-нибудь другой. Ну, что упало, то пропало.
Это точно. Так, ну что? Леди мы собрали, да? Правда, крокодил нас подожрал немного, но ничего. Стрельба по мишеням. Ну, теперь можно и нырять нам. Ты видишь, вот F требуется навык вылазка. Я вот его не вижу. Где этот навык вылазка? Где вот вылазка? Я не вижу проворства этого вылазка. Где? Не понимаю я, не понимаю. Не пойму, где эта вылазка. Ну ладно, придется вот сюда сгонять. А потом оттуда обратно попрем. Тут хоть автомобиль возьмем. Посмотрим, уживешься ли тут. Это место будет получше, чем отцовская хижина в лесах. Наших прогнали с лесопилки. Рейдеры решили соорудить там мастерскую и теперь свозят туда этанол. Ты знаешь, что делать. Что бы ни случилось... Пастор Джером. Ладно. Вернулась.
Угу. Пойдем, бабуль, пойдем. Рад, что ты на нашей стороне. Мы с бабулей идем. Так, ладно. Я скучаю по одеялу с под...